La campagna e il market. Ah, il market. Niente. Ну, говорите. А что мне говорить? Я вас спрашиваю, что вас заинтересовало, что вы оставили свои контакты и данные? Ну, я там же у вас написано «Биржевая торговля». Где написано? На сайте. На сайте? Угу. И что вас заинтересовало именно в нашей компании по биржевой торговле? Ну, я как понимаю, вы предлагаете торговлю на бирже или нет? Мы являемся брокерской компанией. Смотрите, давайте я попробую по-другому немножко зайти. Смотрите. Четыре колеса и руль – это автомобиль, правильно? Есть марка Mercedes, Opel, BMW. Почему именно наша компания, как бы ее нашли, что вам понравилось у нас? Я не знаю, я нашел, там была ссылка на ваш сайт. Я зашел, зарегистрировался. Все, я дальше ничего там особо не рассматривал. Там это где? Вы говорите, там была ссылка. Там это где? Ну, на YouTube. На нашем сайте вы нажали на ссылку нашего сайта. Ну как? Как вы пришли к нашему сайту? Я же говорю, на YouTube была реклама, я нажал. Вот попал к вам. На YouTube была реклама? Да. Я понял, просто мы никакой рекламы не даем. Удивительно. Окей, и что вы хотите? Вы ничего не даете? Заняться биржевой торговлей? Или что? Я просто из вас выуживаю, как будто вы с каким-то нежеланием. Ну, как бы нет-нет, на нет и сюда нет. Остап, в первую очередь человек оставил контактные данные, правильно? Но. Я спрашиваю, что вас заинтересовало? Если вам что-то не нравится, то не оставляйте контактные данные. Ну, я просто не понимаю, Давайте я сам буду что оставили свои контакты? Мне делать, а не вы мне будете указывать, человек, который даже не представился. Ну, это у вас не совсем хорошо со слухом, потому что я представился 3 раза. Ну, вы, значит, слишком плохо представлялись, я не расслышал. Я даже не расслышал, с какой вы компании. Остап, давайте оставим о том, что хорошо, что плохо. Представьте, давайте не будем оставлять, представьтесь. Давайте не будем оставлять. Меня зовут Андрей Стоянов, сотрудник сервисного отдела компании U-Market. А теперь вы, Остап, не имеете права что-либо говорить в мой адрес. Схуяли. О, а схуяли, получаете почту? Получаете? Получаете? В смысле, вы почту получаете? Так я мыло хочу отправить, чтобы ты рот помыл твой. Ой, блядь, ты че, сука, охуел там, что ли, совсем? Гандон, бля. Какое хочешь чё, мыло? Дегтярное? А? Чмо? Так я спрашиваю тебя, какое мыло хочешь? Дегтярное? Или сразу экономику тебе в рот залить, чтобы чистое было? Кто тебя так научил разговаривать? Эй, говноед. Я сам научился. И говноед тебя, твоего отца сын. В отличие от тебя, меня не учат разговаривать по скрипту. Я сам разговариваю. В отличие понял? От меня... Тебя реально твои родители не научили разговаривать, потому что ты хамло. Выключил, а? Чепушила. Чепуха. Музыку вырубил, да? Что-то там не слышно. Чепуха твои родители, Остап. Шавок твоих не слышно там за тобой. А? Терпила. Ой, Остап, еще раз. Позвони терпила. Маме с папой и скажи им, да ты чмо, и скажи им, ты чмо, сидишь, чтобы там, научили тебя разговаривать. Манилка, потому что все что... Все, что ты можешь... Нахуй посылать, понял? Терпила. Зеркало подойди, посмотри да, блядь, на себя, там... улыбнись, позвони родителям. Слышь, иди на маршрутку собирай, чмо. Остап, там, для того, чтобы научиться собирать крипты, для того, чтобы научиться собирать крипты, для начала, для начала надо быть вежливым. А ты не умеешь ни то, ни другое. Поэтому извини, но это не для тебя. Всего доброго.